грандиозным нападением немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь тот просчитался. Несмотря на время,